Фальшивые справки об отрицательном ПЦР на коронавирус предлагали некоторые интернет-ресурсы. Незаконную торговлю обнаружили прокуроры Нижневартовска. Во время мониторинга всемирной паутины найдено 4 таких сайта. Поддельные результаты теста на ковид стоили от 2 до 3 тысяч рублей. Напомню, в соответствии с федеральным законом запрещается распространение информации, за которую предусмотрены уголовная или административная ответственность. За фальсификацию официального документа, его сбыт, либо использование также подразумевается наказание. Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.